А к микрофону приглашается автор идеи народной премии «Светлое прошлое», народный артист России Олег Митяев. Как всегда, рядом с ним его боевые товарищи Леонид Марголин и Родион Марченко. Кто-то предложил назвать эту группу Олега Friends. Я спою песню, которая недавно была написана. Она посвящается ровесникам. Зрачки, слезы, волны, а чуть позже тряпкой кровь в туалете затирали, рассчитавшись по полной и по полной наливали и пили за таких же вот зеленых ушедших. Не понять вам, как мы сильно любили этих самых дорогих сумасшедших. Им за лезвие схватиться рукою было просто, защищая любимых. Мы на озеро потом шли к покою и молчали на льдинах. На какую-то войну уходили, возвращались совершенно иными, молчали по-другому и пили, ничего не рассказав и поныне. А потом сошел дурман новогодний, нам сказали, коммунизма спать бы лет на 200 сегодня, да забудут, я боюсь, не разбудят. Нам казалось, никогда не завянем, потому что в нас был запах весенний. Ты прости, Господь, давайте помянем с нашей улицы ребят и соседей.